Привет, друзья, очередная посылка из Китая, вскрываем. Так, ура, друзья, наконец-то мне пришел вот такой ключ. У наших магазинов не продавался, к сожалению. Это ключ на 16. Нужен он для того, чтобы, ну, допустим, в реношках откидывать натяжной ролик для ремня генератора. Ну, нормальная ванадиевая сталь. Все как обычно. Стоимость что-то там 100 рублей. Все, спасибо всем. Оставлю ссылку в описании. Проходите, заказывайте. Всем пока. Решил все-таки вам показать. Вот автомобиль Renault Duster. И вот натяжной ролик. И вот этот наш ключик. Вставляем. И можем производить манипуляции. Другой ключ не подходит. На 17 слизывает. Рожковый слизывает. Нужен именно вот такой ключ. Ну все. Всем спасибо. Пока.